здравствуйте! С вами снова я, Ольга Лесникова. В предыдущем видео мы с вами разбирали, как заработать на создании своего собственного блога. А сегодня мы разберем не менее интересный заработок. Моя подруга прислала мне относительно новый проект ВКонтакт. Сейчас я переключу камеру на экран. Итак, вот мне написала моя близкая подруга Мила ВКонтакте. Она уже как год переехала работать в Америку. Насколько я поняла, ей этот проект прислал ее знакомый с работы, который на нем уже заработал. Давайте перейдем на проект и посмотрим его. Вот, собственно, сайт проекта. Тут мы видим на самом верху объявление о покупке куки-файлов. Давайте нажмем на эту кнопку. Сейчас, как я вижу, идет загрузка. Так, а вот и загрузилась. Если я правильно понимаю, это наша с вами активность в интернете. Тут я вижу активность по месяцам, годам, много разных показателей. Неужели всю эту информацию о нас получают все сайты абсолютно бесплатно? Так, я вижу внизу наш рейтинг. Если я правильно понимаю, он строится от того, насколько часто и долго мы сидим в интернете. Лично у меня он вышел 3,96 из 5. Вот тут справа написано, что для того, чтобы переступить к продаже, нам необходимо загрузить эти куки, после чего мы попадаем в чат с оператором. Нажимаем на кнопочку внизу страницы. Сейчас идет загрузка наших куки-файлов. И, как я вижу, сайт переключился на русский язык. Нажимаем на кнопочку «Продолжить». Отлично, оператор будет писать на русском языке. Так, оператор пишет, что они оценили наши куки-файлы на 34 тысячи рублей и перечислили нам их на наш баланс. Давайте тоже с ними поздороваемся и узнаем, как нам получить эти деньги. Нам ответил специалист службы безопасности и говорит, что данные файлы носят лишь ценную информацию для анализа посещаемости их сайта и сайтов их партнеров и не содержат конфиденциальной и личной информации.
Как вы видите, буквально за 10 минут у меня получилось заработать 34 тысячи рублей. Я очень удивлена, что данную информацию получают абсолютно бесплатно все сайты, на которые мы заходим. Ссылку на проект я оставлю под видео и еще раз повторяю, что сайт на английском. Вам необходимо перейти по кнопке вверху сайта, прокрутить графики вниз и перейти по большой синей кнопке. После этого сайт перейдет на русский язык. Всем, кому помог мой обзор, пишите в комментариях благодарности, мне будет приятно.